решил вам в золотую осень 1 октября 2019 года снять немножечко шелковый, показать вообще его, мягко говоря, развалины. Вот такие вот у нас тут происходят дела. Я иду прям в частный, ну, стандартный район. Тут раньше была душевая. Сейчас мы с вами посмотрим, что от нее буквально осталось. Вот она. Сейчас я подойду, и вы все увидите. Ну, сперва, вот. Ну, сперва, да, давайте, вот. В таком вот все буквально заросшем убитом состоянии. У нас уже на шелковом примерно где-то... Вот двор такой, видите, это двор. На шелковом тоже что-то такое есть. Ой, я прошу прощения, вот для 18-й школы. Тоже была душевая, и вот она превратилась, ну, почти такое же самое. Это вообще такие развалины шелкового, где, ну, вообще не очень хорошо находиться. Вот эти вот два дома, которые все строят и не могут сдать людям, вернее, они их просто забросили. Ну, в принципе, вот такой вот маленький вам ролик, чтобы не сильно тут много не говорить. Тополя очень старые, их, наверное, будут пилить. Ну, в принципе, я думаю, все. Я думаю, дойду. Пока, стоп.